Иди пока, трэш. Ладно, отхожу, короче. Перелог на фаст. Хорошо играть ДК, когда под глору урон вырос, пиздец. Блядь, выросло бы у тебя еще ад. Ой, да, почему-то больше ад. Там там Т4, там руник почти без КД херачит. А, ты в Т5 уже бегаешь? Нет, Т4. А, нет, ты Леха, Леха же в Т10 у нас. Точно. Т10 для того, чтобы его меньше пробивал. Т4 для агро. Ну не только, там еще на рейд прожил. Ну там сейф, да, еще. А ты еще одну хуйню забыл. 5 руников ударил, и 5% выносливости тебе дается на 30 секунд бафа. Ну, эти ваши тонкости я уже не знаю. Я просто говорю из той информации, которая обладает. И вот эта не играет. Она больше даст выносливости, чем шмот. Там не в этом, брони больше, во-первых. Ну да, брони в Т10 больше. Плюс у тебя прожимка... 12% минуты КД, да. От кровоотвода. 10 секунд. Если у меня Т10, надо светить тоже. Причем эта прожимка на весь входящий уровень. Да, верно. Ну, держать агро под Т5, это надо на пулы штуки 4. Тогда можно все 10 лича там читать. Тихолеона сомневаюсь. Очень сложно агро набрать. Но я попробовал, очень сложно. Ну, Женек, а ты что, у нас тоже без этого, что ли? Без 13. У нас все шаманы без 13. Я думал, у нас только старый один. Че старый? Без 13. А, да, это нормально. Он где высчитывает среди шаманов, да. Я скоро не стерплю и сделаю кое-что. И всего две штуки упало, да? Карточный перевод, да? Ага. И всего две штуки же упало тогда, и все. Давай весь почистим. Всего забрало лишь две штуки, да, походу. У всех по две штуки падало, наверное. Не, у нас три недели подряд они было. Упали три подряд. Получается, меч выпал два, потом выпало две теренаски, потом две гул. А, нет, самые первые выпали эти танковые две. Хуйни. Это в обычке, по-моему, было. Нет. Мильтрасы упали в геле. Я помню, и в обычке было, когда мы первые КД еще закрывали для вагонов. Я помню, у нас в хэмке, когда упало две эти Митриаса, там, по-моему. Ну, Руглет себе забрал две штуки потестить. Потом в итоге выкинул их. Ну, как бы... Сколько там? 3000, да? Он на БД-спек тогда поменял. Ну, ровно вот перед этим. Повезло. Япончик спек осилдится. Лёха, я освободился, могу тут этот... Если надо. Нужно. Ну, ладно. Я в центре, да? Ты на боссе? Я наш... Так, кто у нас? Ты... Гру. Артемия была на боссе или? Была. А, была. Сидел? Короче, на шамане как-то сидит. Артемия, боссе, ты на шамане. Я на кресте. Я не могу использовать это.
Так, дальше. Пятая группа хилы плюс япончик. Ставлю вместо статута. Так, дальше. Сденчик будет сидеть на Артемии. Прости, будешь сидеть на Драгон. Тотемы на природу, на огонь и на всю эту хуй тень. Спроты и бандажи. Смотрите за Аврона первым. Пулы все дать. Что будет немножко замораживать. Нет, Денчик, ты на Артемии. Артемия будет больше пробивать, чем Драгон. Будет пробивать шаман. Я в хила или нет? Нет, ты в котя. Пять хилов уже стало, да? Шесть хилов. Не, ну вообще мы в пять хилили, когда я ходил сюда. Ты там чтобы ГП мы получали, хилили, да? Да. Прикольно вы хилили. Не в пять, а в шесть хилили. Семья готова, нет? Да я не раз в пять тут хилил, и мы проходили. Я помню, старый троих танков держал, вот я помню. Солонку распределите и станьте немножко на рейнже друг от друга, чтобы вихрь сразу... Да, и такая штука была. Даю отчет. Надо подождать. Стража к бою! Нас... Еру! Бруно, что за Бруно упало, что-то? Жмите. Бери, короче, креатор, шамана. Что там, Кости? Кости он бил. Кости, вставай сам. Быстро похильте его. Гимна мана, да, и... Пэта с хилов заберите. Да, блять, я не достану пакета. Ну, те, кто поближе. Пока тут это. Я достал, но будет. Блять. Я пердый. Меня сейчас убью. Драгонцы на профильте, нямки сместись туда, Тринчик. Короче, я поднимаю просто. Нет, забери моба это. Аккуратнее, то ты мы пизды не получай, ну а чё? Ну кто там перетанчивает моба? Что там? Моба к Артемии, убедите. Играю. Денчику ману залейте, спросите. И мозг подхиливает там просто. И это. Сейчас убьем этого, будет легче. Не будет. Выбивайте на шамаху все правда. Дим на полный япон. Шамаху тема. Все просиливаем. И играем по этому. Быстро сносим. Шаман. Тотем бьем, нет? Нет, тотем не бейте. Тотем на бойсе тоже не бьем, да? Нет. Тотем не бьем, у нас 6 хилов. Только ману залейте по хилам и на рапсе отдайте. Семья, я сейчас заберу босса, отдашь свои.
кость. Япончик передавал им вообще или нет? Да, давал. Что, забрать у тебя или ты потом? Не проебите. И два шимака. Денчика. Денчика иди. У него будет быстро брони. По регенте маны, шаманы. Пускай рестор брони. Так, два инера должно быть. Денчик, только аккуратно. Еще коста подбежал, там пару тысяч сделал и... Подбежал. Лёха, можешь его в другую сторону повернуть? Ага. Могу сказать, в чем проблема. Все круто. Угу. Это ГП, это еще говорят. Действует коста. Да нет. Давай. Очередные бесполезные штаны, да? Ну да, смотри. Хотя, кстати, у меня есть штаны, нет?
Так, это второй уже кусок, да, у тебя? Мяки? Да, вроде бы второй должен. Может даже третий. Разве не третий? Финозный. На прошлой неделе, сука, два куска упадло. У Мяки четвертый кусок. Четвертый? Вообще никто не угадал. Ну просто маг всем похуй. Это все равно не сильно, да, что-то меняет. А сейчас типа получается... У них нихуя не меняется. Ты 5 без 7 тысяч ИП, да? Почему у него есть 7 тысяч? У Нортии нет. У нее просто обнулилось. Да я могу отдать, ребят. Если такой вопрос возник. Что отдать? Да. А вот 1500 за миродробитель, конечно же. На паладин. Мини-глора, чё? На паладина миродробитель, это сильно. С ПВП зайдет, по идее. С чего ты там будешь бить? ПВП надо цветение. Мини-шэм. Ну, цветения ж если нету. ПВП надо шэм. Да, ПВП да, надо шэм. Ты с шэмом проиграешь, Войд. Да выиграю любого вообще. Дайте мне 11. Обратно. Да. Я в ШП обратно. Или в ТЦ оставаться? Да, в ШП, в ШП. Проткрит на автоатаку, да, по идее-то? Войт, а почему ты через силу собран? Многие же там через агильный шмот собираются на. Нет шмота. Не знаю, вроде много падает. У всех сейчас лагает на серваке или так по-моему? Понятно. Да, кстати, есть такая хуйня. Я думал, что? Я думал, то я что-то в ДБМе накосячил, на мне. Что, Лёх? Есть чуть-чуть. Так, сейчас в танке спекаешься, этого босса. Так, ты в танка драх. Дальше. Мосса, ты в кота спекнешься этого босса. Тут хила. Пончик ШП. Так. Воет, если что, в танк спекнет. Сейчас спекаться или ничего? На босса. Трэш по чуть-чуть агрится, драгон. Что-то, Лёх, у тебя какие-то странные перестановки в рейдовых группах. Ну что, заберите, я следующих потащу. Поддерживает. Не знаю. Сегодня весь день, блядь, бегал. Такая насыщенная неделя, блядь, чтобы экзамен проставить, нужно прийти к 11 электричку в 11:40. И еще в городе час ехать. Вообще охуеть. Что там на поте проводе? Есть правда? Металл на мага сведешь, подамажишь. Угу. Старик хила. Эх, старая добрая старик хила. Да я пошутил. Блять! Нартия все. Он на этом боссе вообще хилит, наверное, ничего. Ты, сука, улечу куда-нибудь из-за него. Тут только танк. Лич что-то, по-моему, подвис. Так, я пока что портуюсь с секста. Через 15 буду босса без.
Мне надо встретить ванну. Ты там можешь дай кому-нибудь, чтобы адмирала забрать. Ну, машина эта. У меня ремонтик даже как отметил. Постоянно каждый день сейчас будет. 15 надо будет отходить. Ты вот сейчас ТПшнишься, а нам сразу начнут падать воронки. Слышь, Лёх, ассиста и ультера кому-нибудь кинь. Чё, воронка выпала? Да зачем вам? У нас уже был опыт, когда на этом трэше выпадала воронка, мы её не забрали. Чё страшно, пооблизывайте. Тут некоторые шаманы дрочат, чтобы тотем свой сделать. Чего вы пуляете-то так мало? Соберите больше. Ну, блять, вот сбегай, собери больше. Я не хочу танчить много. У меня нет желания. А другие танки не агрят. Срочно. 4 минуты, это Тимыч. Сбегайся. Я помню эту ситуацию, когда у нас хочет трэш агрить. Я сегодня так делал. Я по одному два вытягивал и нормально. Зато потом по два колосса сразу почти. Один вообще не понятно откуда. Ладно, одного тотемом сагрили, а второй откуда пришел, непонятно. Который это слева попрыгнул. Который в текстурах ходит там снизу где-то. Там местный, брат. Типа сзади сидит в текстурах. Ну, типа того. Вот вы, блядь, туда подбегаете, если вы согрите, ГП будет вам начислить, не мне. По своей геодате просто ходят, как они. Мы типа ходим по одной, они по другой совсем ходят. И посмотри, как Пэт бегает, гиена. Ты офигеешь от того, как это тупое создание. Он просто тупорылое создание. Нет, это понятно, они тоже по какой-то непонятной геодате бегают. Они не чувствуют препятствий просто. Ты понимаешь, эта хуйня начинает разгоняться, она пробегает 2 секунды и останавливается. Как ебанутая смотрит в одну точку. При этом у нее прожата хоста. Все другие по этой нормально бегают, а это как ебанутая. Без собаки жизнь. Там уже есть баг-репорт по поводу этого. Ты бы еще вспомнил тот прикол, что? Когда мобы становятся и бьют босса в лицо и получают кливом. Не, это хуйня, понимаешь, а когда гиена, ты отправляешь ее атаковать, и она, сука, разгоняется, останавливается на месте. Может, ладно, может, бы она еще бы в лицо хуярила, я бы еще а все... Зачем она разгоняется, слушай? Есть пассивка вкачанная. Может, хрен с уроками, с боссом с пулем. Нет. Суман-то конечно, будешь? Конечно, не зальются их. Трэш бьем. Я тут. А кто на боссе? Ну давай. Счастливчик на боссе, походу. Войд. Чё? Да Войд на трэше пиздаты говорят, у него есть. Да не, хуй. Да. Ну Брун надо ДПС давать. Ты вылетаешь, я ж не вылетаю, если я бью босс. Ну, блядь, сейчас вот босс пулится, ты потанчишь босса и вылетишь, и лайфрейды будут. Так, мне на... Каким я буду ловить на трэш? Смотри, Брун по-любому первую заберет, ты вторую забираешь, а я стою на месте, как дурой. Вы будете потанчить. Ну и командуй тогда, я босса потанчу. Давайте быстрее, просто время идет. Ну, ставьте. Сумочка. Весь трэш поубили? Ну, наверное. Не знаю, кто-то самогрел. Кто первый по агропу? Я... Локи. Я туда не пойду. Хорошо ведь. А чё бы вы в этой сумочке сначала? Хотя бы забрали бы. Ладно, типа там вот этот белый, который ходит. Там еще пару мурлоков входит. Это можно забрать. Я их спуливаю, не спуливаю, бой это достижение, надо чего себе выдать.
Где хлопчик, который босса? Пришел Сумон, адмирал? Нет. А кого Драгон там спулил? Да. Вон, иди сюда. Ну сейчас у них, понимаешь, не бьет же в лицо. Это, ребят, начинает. А если я попрошу меня все подождать 5 минут, такое будет возможность? Ну, босса не лич. Мне просто, короче, у меня из компа надо розетку вытащить и автобус подключить. Ну, типа розетку поменять, комп выключить, перезагрузить. А что, тебе шмот нужен с босса? Да. С кем ты разговариваешь, я кого-то замутил? Хуй знает. Лича-то надо замутить. Я его замутил, он что-то, блядь, микрофон не вырубал. Не знаю. Вроде все. Трубу поставили? Справа вон ходит Мурлок. Класс! Босса спулили, короче, давайте. Молодец, Драгонс. Иди сюда, давай. А я говорила, я голубь. У тебя, блядь, ебаный миньон. Разбегайтесь. Давай, веди на позицию. Шаман сейчас сдохнет, нахуй. Мне Денчика БРну. Давай. Чё, спулили, да? Твоё ж дивизия. Да. Чё, кто первый трэш ловит? Брод. Да, чё бьём? Этот босс не там где-то, да? Нет, по-моему. Или Таунтис. Лучше не юзай моста, он рядом с боссом. Так все бурсты нахуй водопад. Давай, веди. Нормально у тебя. Я вторых жду. После вторых у людей опять начинает. Ну давай. Типа мы в прошлый раз как-то так делали, с Лёхой залагались, я думаю. Это не залагаю. Вот тебе крик на какой. Давай, давай. Сука, совы! Ну какого хрена, а? Мега вайп. Меня сейчас стресса жрет меня. Диван. Давайте, диван. Короче, это хуета затея. По одной пачке будете ждать. Два ближних. Проблема и... не в том, что на мне было много трэша, а в том, что умер холлипал, который меня хилил, потому что я не поймала трэш, потому что совы, сука, дали старт. Ты, ладно, не ругайся. А на самом деле разве совы есть? Ладно, ладно, какой класс может еще так далеко дамажить? Потому что я успела их на 10 тысяч ударить. Что-то другое дало им больше игра, и они пошли на хила. Может, просто на хил? Да, пульнули или хуй? Типа, мы могли спокойно собраться. По одной пачке собираем сейчас. Ну, раньше мы же вроде как сколько там все время. И Драгон, ты иди на трэш, сейчас я босса туда ищу. Китос на трэш. Сейчас что там же ходит, вон тот с ним что-то надо делать. Ну, может, а на трэш у меня вообще игра не будет. Вставайте. Мак завис, да, в диване, не знаю, что происходит, походу. Да, адмирал, тут еще зависали. Какой-то другой. Да, адмирал. Пацаны, у меня персонаж сломался. Блять. Снимайте вас. Так, адмирал, давай. Я по мяке, ты по мне, он. Густая. Че, ребят, никак не получится подождать.
Нет. Да сейчас уже пули. Давайте фулбаф. Не подождет твоя розетка, что? У меня автобус через 20 минут придет забирать, а я его даже не про. Давайте пристабав. И даю проверку. На звездочку Никитос на пулю Шелларей тоже с пула. Босса никто не бьет, пока не приведу в звезду его. Встал бы за колонном, да ушел бы. Вставайте по колоннам. На пул чека. Слакер на адмирале, ДМК. Никитос, готовься пулить. Стрелять в этого дурака. Япончик, чё? Женёк тут? Женёк. Да, женёк. Женёк. Готов. Готов. На счёт три пуляю. Раз, два, три. Да погоди, ты ставили же не готовые. Да. Давай на пулю, Никитос. Твою мать! По КД на пулю выпустил. Мосса, стоп. Никитос притворит. Тимыч, у меня, короче, игра лагает на трэше здесь. Максимум там лужи, когда прожимает там. На него талант работает? Mm. Класс. Стой тут, не бей. Как я переагрю, так ты будешь там. Нахуливайте на лужи. Я не знаю. Да так босса далеко увидит проход. По-моему, ты не заберешь. Где трэш, что ли? Постой, там два танка есть. Поверните лок кто-нибудь. Пока тут лок. Короче, я в смерть завис. Тоже, да, фризит? Пожалуйста. Да не фризит, нахуй, вообще встал. Вот просто я звуки слышу, блин, картинка ребят, стоит. Ребят, что с игру у вас, я не понимаю. Денечка, реснуть. Это называется Марагрим и трэш. Нет, такого... Слава, пианист ушел, просто помог. Давайте ложиться, да. Господи, хотите играть нормально, давайте ждать его. А в чем беда? Тебе надо босса танчить. Поднимите денчик, у кого есть бой. Че, может кто-то пойдет трэш, хилы будут хилить. Денечку подвинет. Что-то по трэшу вообще, по-моему, не играет. По трэшу кто-то может начать бить. Я сейчас просто три раза подряд по трэшу. Мосса, поднимай пацана.
Чё сразу трэш дошел? Кто-нибудь ловит его вообще? Гой, ты ловишь трэш или нет? Я под боссом с трэшем. Слейте его. Слейте. Чё ты под боссом делаешь с трэшем? Ты там никого не переоткрываешь. Такой ещё трэш. Трэш. Тимбич его ловит. Сыров на ней ловля. Такое чувство, что у нас Холи Пау встают и сразу бафает на себя неистовство. Такое чувство, что Рог уже пятую сферу закидывает. Я даже напылить не мог. Да, блядь. Ложитесь, это хуйня все. Ну чё, вы не убьете его, что ли, думаете? Нет, это хуйня. Мне интересно, вы принципиально по трэшу не играете или просто так? Я кинул одну ешку, меня сразу сбрило. Причем я стою в 10 метрах от бога. Ложитесь, время не тяните. Блять, минус 15, ложитесь быстрее. Тут нечего и дрочить стоять. Короче, Брун на боссе будешь. Блять, вы давайте как-нибудь там соберитесь сначала, там ой, пробафайтесь, чтобы не было там один готов, другой не готов. Ой, если ты вообще знаешь, как медведь на боссе находит? Если я буду сидеть на боссе и ко мне подведут трэш, то трэш переагрю себя и умру. Ну вот его будем заливать и все. Блять, вот я как бы ни на что не намекаю, но походу твоя тактика о хуйня. Давайте, вставайте. Не, ну, yes. Протопал был на боссе, протовар был, теперь верим в медведь. Осталось только протодемона поставить. Да, типа, я протопал, но ты его срываешь просто. Босса тыкаешь, все. Я не знаю, в чем ваша беда, я стоял на протопале, мне было заебись по... Я не знаю, в чем была проблема, но у меня такое ощущение сложилось, что вот все, что подходило к боссу, не держалось там. Потому что она подходила до того, как на танков накрыться. То есть танки блять, дают... Ну, походу, да. Все это хуйня. Танки дают лужу, а оно все равно идет просто в трейд. Просто вы не бьете трэш, все, не придумывайте сказки. Тебе линкануть смерть? У нас у 4 или у 5 человек смерть от трэша вот, до того, как сейчас трэш придет, сказать. Брун даст размах, он сорвется на нее, и вы его спокойно зальете, потому что у нее грот там косарь сразу. И я умру. Да не умрешь. Умру. Блять, я еще раз повторю свои мысли. Тактика хуйня будет. Блять, вставайте. Почему встали в стел, зачем? Тут рисую. Поставьте шкаф. Треснулся сейчас в момент. Ярости недостаточно. Пончик тут? Нет, не здесь. Подождите. Чего у тебя, сколько ждать? Блять! С дурой со мной разбираюсь. Рыба есть? Но у нас минус 2. И минус 3. Принимай сюда, короче. Пришел, Сумов? Есть рыба. Все, все тут, фул баф. Брун на боссе, первый трэш драгон, второй кимбич. По одной пачке. Это босса сразу ведем, я скажу, когда.
скажу, когда сыграть по трэшу. Я вторую ловлю, правильно? Пачку вторую? Да, я скажу. Так, баф вроде все есть, чек на пул. На пулиш Никитос Элрей на Брун. Звездочка, это Мишка. И пончик, и Фрост Корн Кирс. И пончик. Вот буква Е лишняя, пончик, нормальный ник. Как там Леха говорил, на замену нельзя уходить, если вайб будет, да? Блять, жал. И пончик. С дурой там разобрался. Япончик. Мне такси надо долбанное вызвать. Вы мне что, япончик, 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 япончик. Ну говорю, подождите. Или киньте меня на замену. Мне этот пост не нужен. Пацан, тихо. Ну, пацан тоже ушел. Да, просто поставьте его в сторону. Он когда сможет подойти. Давай отчет пошли. Даем на пол на звезду, никто босса не бьет. Давай долби этого дурака. Берсерк лучше. Первый Тэш Драгон. Когда те дальние дойдут, поведешь под босса через секунд 5. Не могу я пройти, меня подлагивает, когда трэш. Вот сейчас нагреет. Ты зачем далеко босса уводишь в туннель? Иди под босса, Драгон. Блять, куда вести его все, блять, агры нету, говорю же, у меня лаги, я не вижу даже агрока на них. 30 тысяч агры, это, блять, любой срыв. Давай, веди. Фул АУЕ по трэшу, давайте. Я застану. Каким бич следующая пачка твоя? Не, есть. Работает там. Добейте трэш быстрее. А уешьте сильнее. Веди под босса. Драгон на следующий трэш иди. Сильнее АУЕ. Прям разгоняйте. Босс сольется, трэш только мне слейте. Драгон, стоишь на позиции? Босс сольется. Я тебе помогу. Ты лагаешь, завис. Ты тут? Драгон. Он шевелится, там косты кастуют. Давай, давай, набирай его. Лужа, лужа. Хуярь под босса с ними. Волна есть. Фул АУЕ дали по мобам. Сейчас будет АУЕ. Фул АУЕ. Прям такое, чтоб, блядь, распуярились. Чуть кто сорвет, я сразу ровно дам. Дал волну, хуярь там что-нибудь. Тимбич собираешь следующий. Есть смысл Розелину поднимать? Вообще есть. Я поднимаю. Нагрел Тимбич.
веди их перед мордой, чтобы все мобы были. Хуяри размах. Веди под босса. Готовимся, фулл ауе. Хуярьте там, столб огня, сухую. Удар молнии там. Драгон позиции. Да, волну хуярьте. Тему убивает. Бруно хорошенько хилим. Может пробить хорошенько. Так. Веди этих петухов под босса. Веди уже нормально там агро. Там, блядь, 200 агро. Все, тимич следующий. Сколу убегаем. Все так повторяем до убийства босса. Все. Захуяривайте, сильнее ауе дайте, волна там, 2 секунды. Зауешьте этих пидоров. Забирайте имбищ, размах, размах. Перед лицом их держи, лучше будет. В уклон пойдут стаки этих. Вторая пачка дойдет. Три размаха даешь и под босса. Добейте мелких. Размах дал, пошел под босса. А уешьте сильно. Драгон на позиции уже там. А, волну хуярим. Так, драгон собираем. Хан поддерживает, хоть я просто на босса редко смотрю. Нас пока КД с ним кидает сферы. С удовольствием будем поддерживать. 5 стаков, короче, есть сейчас. Пришли дальние. Сколько там у тебя? Ну еще лужу, да? Поминовение у тебя стоит. Все, через 5 секунд под босса. Вообще иди уже под босса. Готовьтесь фулл ауе дать. На 20 фаза там, да? Хорошенько. Уесть, тимич ловит. Дал волну. Сильнее зауешьте мелких под босса. Их надо сливать здесь. Я скажу, когда они будут. То же самое. 4 размаха дашь. Сейчас. И под босса. Добивайте маленьких слухов и под босса. Драгон на позицию. Сильное ауе под босса дайте. Я скажу, когда только босса говорите. Сильное, прям захуярьте. Еще одну пачку под босса мы будем вести, потом уже скажу. Так, сейчас кто там? После драгона, когда он уйдет под босса, Тимыч, следующий будешь ловить и копить. Мы с тобой с драгоном потом будем копить. Так, набирай бро, драгон. Мелких добейте. Скоро фаза. Тимыч, стой. Будут лететь шарики, диспелим с танков их. Вот это говно диспелим. Все, кто умеет диспелить, диспелим. Все, веди под босса. Последний раз его ешь им трэш, веди под босса. Драгон, драгон, беги под босса, этих пидоров зальем. Короче, хуй с ним, не веди под босса, он не слушает в дискорде. Давайте фулл ДМПС по боссу. Только босса бьем, трешн тимбич собираем. Если решевые прессы. Фулл ДПС по боссу, просто добивайте там 5 лямов. Дожимки там, дубовую кожу приготовь. Диспелем с танков. Вот это шары, вот эти, вот это. Сейчас
остался под почему-то. Не успели. Все, 100 тысяч хп у босса добивайте. Ну вот, а вы говорите, хуёвая тактика там, блядь. Надо слушать Релла. В смысле 100 тысяч? Блять, я ебал, Вось, я сразу вспомнил старые твои гульмагики Геры. Ну нахуй, я больше не хочу этого. Какие гульмагики Геры? Погоди, в смысле 100 тысяч? У меня мозг не было так же страшно, как тогда. Там может зависло что-то, не знаю. Да что страшного, ты стоял-то, чил 10 мобов спокойно себе. Босс не дух. Ну, шмот говно, можно в боссе оставить, пошли дальше. Плащ не выпал, да? Какой-то выпал плащ. Выпал. Выпал плащ, наверное. РПБ. Да. Нахуй. Нау. На мейн? Именно только на мейн. Так, старый. Запиши Залдораму. 778. А, какой он там группа? Вторая. Странно. Вы ЗС пронесли? Заходи. Мы толкнули.